Здравствуйте, дорогие друзья! С вами канал Джулия, и я сегодня вновь буду готовить стейки. Но стейки буду готовить теперь уже не с ананасами, как готовила вчера, а буду готовить в одеяле. А одеяло мне будет служить картофель. В общем-то, по рецепту стейк не надо было обжаривать, но у меня они очень толстенькие стейки, поэтому я решила, что нужно всего их обжарить. И вчера, и сегодня, видите, я стейки не солила. Они у меня уже готовы. У нас есть фермерское хозяйство. И вот там вот делают вот такие стейки. Они их маринуют и уже продают в готовом виде. И вот мы купили вот и готовим. Второй день. Я сейчас обжарю с двух сторон стейк до золотистой корочки. И потом буду готовить одеяло для своего мяса. Ну что, друзья, не будем терять время, пока у меня жарятся стейки, я буду готовить одеяло. Одеяло я буду готовить из картофеля. Картофель я сейчас натру на терке. Вот, друзья, пока я натирала картофель, у меня стейки подошли. То есть они у меня почти готовы. Я откладываю их в тарелочку. Вот. И пока отключаем плитку. Потому что мне нужно доделать картофель. Так. Все, друзья. Вот картофель я натерла. И теперь мне нужно отжать. В принципе, крахмал. Так. Все. Сюда я добавляю мою. Сюда добавляю яйцо, добавляю соль, посолю, так, вот, друзья, добавляю чеснок. Все перемешиваем. Так, и добавляем муку. Так, все, друзья, помыла сковородку, залила масло немного подсолнечного. Еще добавить надо. Вот так вот. Так, вот теперь одеялко укладываю. Сверху кладу прожаренный стейк. Вот так. И укрываю вновь одеялом. И вот так я буду его сейчас прожаривать. Мне придется делать по одному. Вот. Так. И он у меня будет жариться. Так, вот, друзья, стейк свой в одеяле я перевернула, и он продолжает жариться. Теперь уже с другой стороны. Так, я слегка обжариваю картофель. Мне необходимо добиться, чтобы захватился картофель, потому что в дальнейшем он будет обжариваться в духовке. Я сейчас этот стейк перенесу на противень
и следующим буду укладывать. И так все три стейка сделаю. И остальное уже будет дожариваться в духовке. Так, первый стейк я перенесла уже на противень. И теперь уже уложила второй. И жарим. Так, вот, друзья, третий стейк у меня дожаривается. Видите, я слегка тут обжариваю, чтобы картошка захватилась. Сейчас перенесу и третий стейк на противень и отправляю в духовку при температуре 180 градусов на 30 минут. Так, вот, друзья, вот такой стейк у меня в одеяле получился. Смотрите, получается и мясо внутри, гарнир снаружи. Можно такое блюдо можно использовать, это приготовить на ужин для всей семьи, и все будут довольны. На этом все. Я с вами прощаюсь. До новых встреч. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки, комментируйте и будьте счастливы.